Всем привет, с вами я, Александр Zero Gravity Кахановский, и очередное The Boss Show номер 2. Сегодня мы поговорим о наболевших вопросах, которые у вас возникли ко мне. Я почитал комментарии на YouTube-канале нашем, к моему видео, на нашем сайте, и выделил 4 основных момента, которые мы сегодня обсудим. В первую очередь это сайт Innavid Junior, которому было очень много вопросов и внимания. Второе, это наша продукция, форма, где что как купить, и теоретически новые продукты из компании SteelSeries. Обновленные составы, будем ли мы их обновлять вообще, мы это обсудим тоже сегодня. И Counter-Strike Global Offensive, какие перспективы, как мы это видим. Хочу сразу сказать, что после этого выпуска все комментарии, которые вы хотите с вопросами, вы можете задавать только на сайте. У вас будет указано 2 линка. В комментариях, ну, в описании к этому видео на YouTube. И лучшие 3 вопроса с англоязычной и русскоязычной версии сайта получат ценные призы, подарки, которые будут заключаться, то, возможно, какие-то прикольные айтемы с International, футболки, может быть, даже ключи, посмотрим. Все будет зависеть от ваших вопросов. Начнем, наверное, пожалуй, с сайта. Это самый такой интересующий вопрос. И да, все говорят, сколько же можно уже, сколько же можно делать. Скажу вам так. Я специально притащу нашего программиста Декафобоса скоро сюда, чтобы он сам записал блог, рассказал, как все это идет. Могу сказать, что мы строим уникальную платформу, и делает ее один очень толковый программист, иногда к нему подключается второй. Это очень тяжело, и действительно это занимает очень много времени. Работа над сайтом кипит, она не стоит на месте, уже закончено полностью ядро, написано очень много разделов, сейчас мы наполняем их контентом, и я думаю, что вскоре мы вам сможем показать, ну, сделать просто такой промо-ролик нашего сайта, чтобы вы могли увидеть, как он выглядит, что там есть. По поводу Navid Junior, опять же, однозначно у нас есть эта задумка, и мы хотим ее реализовать, но все завязано под сайт. Я надеюсь, что сайт мы сможем сделать, ну, как бы, точно вам ответить смогу, когда будет сайт, смогу выпуск в третьем выпуске The Boss Show, и надеюсь, что он будет в течение, там, 2 недель тоже выйдет. Поэтому Navid Junior, как и все, в принципе, основные наши какие-то разделы, они завязаны на сайте. И, грубо говоря, и отборы, и все-все-все, мы все хотим завязать как бы, к новым модулям сайта, которые мы будем разрабатывать. Поэтому без сайта нам это все крайне тяжело делать. Вопрос номер 2, который звучал по поводу формы нашей официальной и продуктов от компании SteelSeries. Значит, нашу форму официально вы уже скоро сможете купить в разных абсолютно точках. Это будет зона 51, это будет еще один магазин в России, интернет. То есть, как бы вы сможете легко получить ее без каких-либо вопросов. Я думаю, что продажи стартнут в течение 2 недель. Также для наших европейских фанатов и фанатов со всего мира вы сможете также заказать ее на других веб-сайтах, которые будут являться официальными реселлерами нашей формы. По поводу продукции компании SteelSeries, кроме как бы NATO Sphinx Arcana Edition, я думаю, что мы выпустим еще несколько продуктов на протяжении ближайшего полугода. Кроме Кана, однозначно мы хотим сделать клавиатуру 6GV2, которая уже стала культовой, наверное, среди геймеров всего мира. Я думаю, что дизайн вас приятно удивит. По поводу составов, да, я думаю, что мы сейчас будем набирать составы. В ближайшее время мы возьмем состав по Лолу. И в 2013 году мы начнем набор состава по СК2. Раньше, может быть, еще не уверен, но пока точно сказать не могу. Так, все зависит от расстановки сил на сцене. И то, что выходит новый StarCraft, тоже немножко, ну, скажем так, подрывает авторитет сильных игроков сейчас, потому что изменится баланс, и непонятно, как что будет происходить. Финальный вопрос по поводу Counter-Strike Global Offensive. Честно вам скажу, мы решение какое-то финальное не приняли. Посмотрим на турниры по 1.6, на популярность, как все будет происходить. И я думаю, что в ближайший месяц-два мы точно определимся с тем, что и как будет. На этом, в принципе, все. Спасибо еще раз за вопросы. Еще раз напоминаю, что вопросы задаются только на сайте, в специальных линках, которые будут указаны под этим видео. И лучшие вопросы получат призы, связанные подарки с International, а также, возможно, Counter-Strike Global Offensive. Всем спасибо и до скорых встреч!